Приветствую всех. Сегодня опять по редактору так немножко поговорим о небольших триггерах там появления или сработок, или исчезновения с карты, вот как у меня здесь происходит. Идет СКП, у нее ППМы, вот обозначенные колесами на дороге, шинами. И на каждом ППМе в свойство объекта вписывается небольшой триггер, чтобы деактивировать это или активировать то. У него есть подвижная зона. Вот солдатики попадают в подвижную зону СКП. У нас получается диверсия на самолете. Допустим, сейчас машина СКП въедет в подвижную зону машины, попадает на тот УАЗик, и у нас должен произойти еще там, по-моему, должен быть небольшой артиллерийский обстрел. Сейчас мы все это, вон, видите, обстрел там пошел. Это все объекты живые. Живые юниты, не статики, попадают в подвижную зону нашей СКП. Сейчас мы поговорим о подвижной зоне и как создать маленькие триггеры именно на точках, на ППМах, чтобы там и там что-то появилось, чтобы не городить, например, зоны вот эти вот на карте. Можно создать небольшой триггер. Ну вот два примера появления или, например, деактивация какого-нибудь объекта. Можно прямо создать прямо на месте. И еще я в конце ролика дам ссылочку, покажу сайт именно ДКС, где... Это сайт для разработчиков именно миссий, для миссиоделов. Там как скрипты создаются, как вот эти скрипт мисс, CTLD, ксаровские на поисковике, вот эти вот все на поиск идти. Вот это все делается там. У кого есть время, желание, можете на этот сайт залезть и поизучать, попробовать, потыкать. Я там вот потыкал, помыкал, вроде как-то понятно, но это надо время. Ну и знание английского языка хотя бы так поверхностно, чтобы посмотрел на строчку, на фразу и хотя бы ухватил, о чем там говорится. Ну или при помощи переводчика. Сейчас мы войдем в редактор и я расскажу, как это приблизительно выглядит. Это миссия без летательного аппарата, просто для редактора. Ну можете открыть ее и просто посмотреть как зритель. У вас там не будет летательного аппарата, просто откроется картинка и все. Вертолета здесь нет. Смотрите, ситуация какая. У нас есть СКП, вот, она двигается по ППМам, и на каждом ППМе у меня есть небольшой триггер, вот здесь в свойствах нашего именно СКП, на каждом ППМе, она уходит сюда, смотрите, что мы делаем, ну, СКП поставили первую точку маршрута, и у вас есть еще техника, которая либо стоит здесь, команды отличаются. Для техники, которая стоит, которую надо убрать, есть один триггерочек. Вот этой машины нету, и вот этого нету, и солдатиков нету. Они по задержке. Чтобы их активировать, вот это, или вот, допустим, солдатиков, другая команда на следующем ППМе. Вот, видите, есть вот такой, например, добавить пожарку, пожарную машину, вот такой триггер. Или добавить еще вот такую вот машину, добавить... солдатиков, вот есть такое дело. Потом едем к машине дальше, здесь появляется триггер выполнить, активировать, например, танки, вот эти. А потом машина доезжает, вот здесь стоит УАЗик, и у нашей СКП еще есть подвижная зона. Сейчас я расскажу, что это такое. Создается подвижная зона, вот, ну, допустим, в нашем случае там радиус 30 метров, и она здесь привязка к юниту. У меня СКП это 001. Я имена даю, вот, СКП 001, то есть смотрите, если СКП поехала, вот мы берем СКП, она подвижная зона следует за СКП. Получается что? Какой бы объект, но не статика, а именно живой, не попал в эту зону, ну допустим, если солдатики стоят, то зона сама подъехала к ним, и они попали в зону, либо солдатики бегут, попадают в зону, либо машина едет, солдатики пробегали, раз попали, произошло какое-то событие. Ну давайте с первого ППМа. Сейчас нам на первом ППМе надо убрать вот этот тягач. Тягач это, например, группа у меня 3. Тягач стоял, потом пропал. Он не взорвался, он просто пропал. То есть убирать с карты, добавлять сколько можно группы добавлять, можно там целые эти коалиции, но все это дело тонкое. Смотрите, у меня есть такой маленький скрипт, он прописывается вот так. Я назвал его «убрать тягач». Все. Машина доезжает до этого ППМа, и тягач удаляется с карты, вообще из миссии, вообще. Потом, вот здесь у нас пожарная машина. Она стоит по задержке, ее на карте нету. Машина нашей СКП доезжает до второго ППМа,
И дается триггер добавить пожарку. Он выглядит немного иначе. Но я сейчас покажу крупным планом, как эти строчки вообще пишутся. И эту миссию дам, разберете. Потом появляется машина, вот это пожарное все. И на этой же точке еще появляются солдатики. Вот здесь я сейчас исправлю, забыл. Солдатики. То есть, когда машина СКП достигает 2 ППМ, у нас появляется красная машина и появляются вот те солдатики. Хорошо, машина едет на 3 ППМ. И у нас снова триггер. У нас называют добавить танки. Опять же, которые по задержке. Вот эта длинная строка. И добавить группу 4. Группа 4 танки по задержке. СКП доехал до 4 ППМ, появились танки. Потом уже вступает в работу подвижная зона СКП. Подвижная зона едет вместе с машиной, она доезжает вот до сих пор, и солдатики попадают в его подвижную зону. Здесь создается уже триггер. Вот. Смотрите. Один раз. Объект именно в подвижной зоне, не просто в зоне, а в подвижной зоне объекта. У нас объект 5.1 это солдатик. Подвижная зона, имя подвижной зоны СКП ПЗ, подвижная зона СКП. Ну и сам юнит, который таскает на себе эту зону, это 001. Этих подвижных зон может быть у него 2-3. Смотрите, можно вообще, он будет ехать, как вот этот подсолнух с подвижными зонами вокруг, и все будут в него попадать, и будут происходить простые триггеры. Потом машина доезжает до 4 ППМ СКП, подвижная зона тоже съедет с ним. И пока машина едет, вот этот УАЗик опять попадает в подвижную зону. Пока машина проезжала, подвижная зона проезжает, УАЗик в нее попал. И уже создается второй триггер, когда УАЗик попадает в эту же зону СКП юнита 1. У нас происходит зона артобстрела. Зона артобстрела это склад. Допустим, 5 снарядов, ну и в эквивалент взрывчатки 5. Тринитротулуола. Смотрите, подвижную, а зону обстрела я создал вот здесь. То есть, допустим, вы нажимаете правой кнопкой на объект, допустим, правой кнопкой. У вас появляется слово назначить, назначить. Вот видите, появляется зона, она уже с именем все, либо удалить. Поэтому я вот на этот склад нажал правой мышкой назначить, и появилась зона квадратная конкретно вот этого склада. И я создал триггер. То есть, получается, один раз, когда УАЗик, он тот на повороте, попал в подвижную зону СКП, у нас получается артиллерийский обстрел из 5 снарядов в зону склад. Каждый снаряд количеством 5 тринитротулуольном эквиваленте. Вот такая короткая. Поэтому вот можно, что, можно, допустим, сделать, ну, для себя. Я так эффекты делаю, допустим, вот я сажусь в вертолет. Вы уже видели у меня на сирийской карте. Я сажусь в вертолет, у меня то там взорвется, то тут что-то взорвется. Это подвижная зона. Можно создать, конечно, триггерную зону здесь, здесь создавать эффект. Но пока объект проедет, и вот это вот, пока он в эту зону, из зоны в зону переходит, тут все вот так вот кругами зарисовано, и уже хрен что разберешь. А так вот триггерочки можно создавать тут. Маленький триггерочек создал, написал все. Теперь смотрите, вот крупным планом я даю, как эти триггеры выглядят. Смотрите, вот. Активировать группу по имени, допустим, какой-то вы выбрали. Объект находится в задержке. Вот когда объект находится в задержке, вот этот триггер пишите. Вот как он есть. Вот. Без пробелов, без ничего. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Кавычки, скобочки закрылись. Если объект находится на карте, вы можете его удалить с карты на каком-нибудь ППМ. Пишется вот так. Unit.getByName в скобочках 003. Это имя юнита вот это. Или вот, допустим, вот это имя юнита. Либо группы. Destroy. То есть удалить. Он удаляется на совсем. Но можно потом в следующем ППМ, можно его снова опять активировать. Вот так вот. Имейте в виду, что вот это находится в задержке. То есть триггер, action, activate group. А если юнит, то убрать. То вот так. И еще есть одно такое местечко у нас тут. Смотрите, я дам ссылку сюда. Сейчас покажу, где этот вообще. Но этот сайт вы, наверное, знаете все. Заглядываю просто на английском языке. Вот это вот вики Hoggit DKS. И здесь у нас есть
Все-все-все, можно, допустим, вот вы на К50 заходите, здесь у нас можете взять всякие настройки, объяснения, как что работает, ресурсы. То есть на английском языке вот эта информация, которая вас интересует. Интерактивный туториал, Виапон, тут вооружение, все, стандарт, ну это все ракеты, маки, все можно здесь найти. А здесь еще есть такая фишка, то есть вы заходите вот в этот дискушен, я ссылочку дам, и вот здесь находится страница категории функционала. Допустим, если вы хотите активировать группу или юнитоты группу активировать, допустим, надо написать вот так, как я писал, и вот здесь можете, допустим, перевести, за что эта группа отвечает. То есть выделили, скопировали, зашли, допустим, в переводчик, и вот сюда вставили, и читаем. Активирует указанную группу, если она настроена на позднюю активацию, вызывает функция group activate. То есть вот эта функция, вот, то есть мы сейчас показали, активировать группу, это по задержке. А если после, просто функция актив, вот, group active класс, то есть функция activate, group activate, и пишите в скобочках, какую вам группу активировать, либо юнита. Вот эту ссылочку, вот на это все, я положу в описании под видео, и вы можете тут почитать. Ну, тут видите, тут надо, можно создавать скрипты, можно, допустим, вот, explosion, можно создать взрыв какой-то, то есть создается скрипт, функция, вот, trigger action, explosion, взорвать в зону, взрыв в зоне, но здесь есть такой мист, создается, VEC3, это уже мисты создаются. Но я вам сейчас показал простенько. Допустим, вот вы едете, машина едет, у вас там что-то бух, тут появилось, тут небольшой триггерочек. То есть не надо рисовать зоны. Нарисовали подвижную зону у этого. И самое главное, подвижная зона срабатывает именно при попадании живого юнита. Солдатик, машина, самолет или он, ракета летит. Допустим, у вас... Вы можете создать даже миссию, допустим, возьмите, поставьте вертолет, бот, допустим, вот вы хотите поучиться дистанционно полетать за, допустим, за ведущим и держать там какую-то дистанцию. Вы создаете, допустим, бота. Поставьте взлет с полосы, бот, вот К-53, допустим, вылетаете, и он будет у вас как ведущий. И дайте ему зону, вот эта зона его... Привяжите его, вот у него имя Rotary 1. Вот, привязать к юниту Rotary 1. Теперь эта зона будет везде за ним летать в радиусе вот 100 метров. Ну и вы тут, вы Rotary 2. Вот такой. Вот, Rotary 2. Вы горячий старт, то есть потому что вертолет будет первый стартовать отсюда, чтобы вы сразу в зону не попали. У него зона 100 метров, поэтому пусть улетит. А потом уже вы заруливаете и догоняете его. Маршрут у него простой. Будут приблизительно вот так вот летать по прямоугольному маршруту, по квадрату. В конце просто у нас, видите, маршрут кончился, но есть свойство. Выполнить команду, следовать к ППМ 1. То есть он обратно на первый пойдет. И будет так вот крутиться, пока не сработает второе свойство. Опции поведения, возврат по остатку топлива. И вы можете за ним ездить. Ну, создаете триггер, допустим, вы, ну, вот один раз создаете триггер. Объект в подвижной зоне юнита. Вы, Rotary 2, попадаете в зону К-50, которая принадлежит Rotary 1. И у вас появится звук и текст. Держите дистанцию 100 метров. Ну, это как пример. Может быть, там она как-то по-другому делается. Но я вот так вот делаю. Летишь, летишь, только вот приблизился ближе 100 метров. У меня бзз срабатывает. Бзз. И вот так я учусь держать, так сказать, эту дистанцию. Ну, а теперь выходим, посмотрим. Мы сейчас будем в кабине К-50. Вот он уже появился. И вертолет, когда улетит, первый, Rotary 1, вы Rotary 2, вы следом за ним и начинаете за ним потихонечку кататься. Потому что вот вы, а вон тот, сейчас он тут уйдет на взлет. То есть вот это вы, а вот это вот ваш ведущий. Он сейчас полетит, а вы можете смело потом, вон пошел, и вы следом выруливаете. Ну что, вон он полетел, полетел, теперь вы сюда. Ну а тут у нас... Как всегда, события происходят по ППМ. Видите, второй ППМ машина красная с солдатиками. Третий ППМ у нас танки появляются. Это вот
то, что я ему говорил. Сейчас он доедет до солдатиков, шарахнет по триггеру уже, по большому триггеру самолет. А когда уже вот этот УАЗик попадет в подвижную зону СКП, он там будет артобстрел по складу. Из 5 снарядов по 5 килограмм взрывчатки каждый. Вот. Видите, бабах. И все. А теперь вы можете тоже смело лететь, догонять своего напарника и попробовать пролететь с ним. Ну, это миссия под К-53. Я поставлю его как клиенту, чтобы тот, у кого нет, допустим, К-53, мог бы хотя бы это, изучить этот, чтобы в редакторе это все открылось. Ну, оно и так откроет. Ну, смотрите, я вам так вот подкинул идею. Можете поучиться. Все ссылки на все вот это все я вам дам. Давайте, пока.